Ассаламу алейкум, район ЦУЭЛ. ЦУЭЛ сейгал да баркум, ЦУЭЛ баракат бугэгле батаги не тлэйэб. Ниже авизе батлмугу район ЦУЭЛ да хаб тлэйдэ сону хад бихараб, их талбук ара унтит, ады не тлэйдэ бачи жуу букизе рэхэс рач арал друкула хаску студентал, агара божарал, цодор тлэй хабизе батлмуг ару нжитса. Не тлэй район ал да адин хаб унти бихарал, чиги да ассалам да эмэр район ал ечо не тлэйдэ ЦУЭЛ ба бихан хаб бажарал цодор тлэй хабизе колу. Чуол ечо абунжу хабизе визе колу маслараб ги улук хабаздаги, тлималаздаги Аллах схвалил гуру нитлета бихизиги бихулару, но бук аниги бахану хабизикали нитлетца. Иго анализ цени вирусологический лабораторий, да цинги кинам гу анализ хабун гуру ни вакцинации ги хабулару. Эв ги бугу добровольни, желающий чая гиру гу хабула ги бугу сон бабихана тут себесе шугу халту кам медиказе хабуна хеб вакцинация ги. Сон ниги проблема ги тут букулару. Кинам гу анализ азу бук изиколи результат бачу хаду гуру ни анализ ги хабулару. Итини койлки, арбах койлки босула анализал. Торник четверг гэтлу анализ абула махачкалалда. Элда сахаду результат бач унгуруни хэвклитсэнэ гэ вакцинация гэ абулару. Динэз дэгу харэбэгу халду кабзуджудэргу учреждэнэзу машки дэтлу джамаат атлу чаазда. Элда сэрух хэв куарэлэ чэв халду бицу гэ. Хал каникулаз анцу койл пачтив куру гулу судучным режиме халд зэбэгу банэнца гэ. Вот лара вопрос суалцэзэ сардитлбэгу, радалбэгу, хадбэгу, батат лечэгу. Халикинэка гэ халд зэбэгу кик специалист кик игометистра гэ вакцинация анализ алгэ русэрэгу Жимжи Хойл, района Фу, Халк Атлет, медицинский помощь Хамун Тезечу, Баркала, Аллас, Хамун Джоги Данди Плягин. Уважаемые жители нашего района, мы сегодня хотим в первую очередь поздравить с наступившим Новым Годом и пожелать здоровья всем. И хотелось бы попросить наше население, так как это Новый Год, это семейный праздник, попросила бы Новый Год праздновать в узком семейном кругу. Это для нас хорошо. Тоже для всех нас. Почему? Потому что меньше будем контактировать, меньше будет больных. Поэтому посещение мы бы не рекомендовали. Ограничьте, пожалуйста, посещение. Не ходите в гости. Если есть взрослые, дистанционно тоже можно поздравить. А те, которые дома находятся, конечно, это хорошо. Кто приезжий, попросили бы приезжих тоже в гости не ходить, неделю хотя бы находиться дома, посмотреть, есть ли у вас признаки вирусной инфекции, тоже остаться дома на некоторое время. И если есть посещение, то только близким родственникам, которые вы хотите посетить. Других посещать не рекомендуем. Желаю всем здоровья и всех благ. Берегите себя и своих близких.